Единственный санкционированный пляж города – Еловское водохранилище. Спускаемся к воде, и вот они, первые нарушители. Группа подростков 15-17 лет отдыхают и купаются без присмотра родителей. Инспекторы КДН, специалисты администрации и управления образования записывают имена, адреса и телефоны родителей. Будем созваниваться с родителями, будем спрашивать, почему они находятся без родителей, знают ли они вообще, что их дети, да, находятся на речке. И вот будем, наверное, административное правонарушение выносить. Несколько метров вдоль берега картина та же. На надувном матрасе 12-летние мальчишки. Говорят, родственники в курсе такого отдыха. О том, что несовершеннолетним в одиночку купаться нельзя, слышат впервые. Специально для них памятки с правилами безопасности. Проверяющие говорят, мера действенная. Была проверена группа подростков. Представившись, что им по 18 лет, в принципе, проверили, предоставили паспорта. Мы видим, что уже в этом году у нас нету такого массового ныряния с дамбы, как были в те годы у нас. Все-таки дети понимают. Спрашиваем также, доводилась ли информация в школах. И, в принципе, доводилась информация. Этим летом рейды по выявлению несовершеннолетних в местах пляжного отдыха будут проводиться каждую неделю. Родители, чьи дети попадут в поле зрения комиссии повторно, заплатят штраф 500 рублей. Сумма смешная, говорят инспекторы, ведь ценой такой безответственности может стать чья-то только начавшаяся жизнь. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время.